Добрый день всем. Сегодня 6 июля 2021 год. Вот сейчас 12 часов дня. Мы выдвинулись на пляж посмотреть, что там происходит. Блин, взяла с собой все тапки. Купила новые тапки на пляже. Съездили вот на экскурсию Кавказ. Все тапки расклеились. Ну, идти возвращать, конечно, это бесполезно. Ни чеков, ничего нет. Отдаю сейчас прошить. Вот. В общем, сейчас идем посмотрим. Говорят, трасса вся стоит. Потому что в Лермонтово вчера все-таки трассу размыло. В село Краянское Туапсинского района сошел оползень. Там тоже перекрыли все движение. Мне пришло сообщение. В общем, идем смотреть. Ну, а так на улице как будто уже ничего и не было вчера. Собственно, все хорошо. Солнышко светит ярко, все уже подсыхает, ни луж, ни чего нет. Так что, товарищи туристы, сейчас мы сходим на пляж, посмотрим. Но там, скорее всего, уже наводят экстренно порядок, потому что все-таки сейчас самый разгар сезона. Все, смотрим дальше. Так, отдыхающие ходят, гуляют по поселку. Пробки в самом Новомихайловском нет. Скорее всего, пробка от Туапсе и в Лермонтово. Пошли до детского парка «Юность». Ну, красота, конечно, опять. Стоило только выглянуть солнцу. И вчерашней погоды как не бывало. Вот сказала, пробок нет в Новомихайловском. А Лермонтово стоит. Лермонтово, Джубга. Там же трасса обвалилась. И пока не знаю, насколько это правда, непроверенная информация, на 3 дня закрыли дорогу. Дорога закрыта. У меня, вот у знакомой в Диаман должны были сегодня приехать, заселиться люди из Белгорода. Просто она сейчас мне звонила, спрашивала, посмотри, есть ли пробка. Пробки нет. Но она говорит, они звонят. И от Лермонтова, ну, я не знаю, там до горы дорога закрыта. То есть предлагается выйти перед ремонтом дороги пешком, а здесь, чтобы забирали. Да, проблемки. Сейчас, может, прогуляемся все-таки. Сяду на машину и доеду. Посмотрю. Если в пробку не попаду. Ну, а мы пока идем на пляж. Посмотрим, как там идут восстановительные работы. Пляж-то все равно смыло штормом. Ну что, ребята, пляжа нет. Ну, здесь вот люди лежали, загорали здесь. Вот они все сюда занесли все свои будки. Но быстрым ходом пытаются все наладить. Пойдемте еще с другого ракурса посмотрим. Вот они все, крыши от грибков, шезлонги. Вот видите, что она выносила. Да, последствия. Да. Ну что, нам со стихией все равно не побороть нам ее. Там все зонты лежат. Ну, отдыхающие. Конечно, в море сейчас все равно не покупаться, но очень грязно. Ну что, Наташа, тут? Нету пляжа? Люди все равно... Ничего не страшно. Это грязное море, это ужасно. Посмотри, как туда. Угу. Зато теперь у нас вот наполовину песочный пляж. Гальки как не бывало. Вот пострадавшие, видимо, шезлонги от урагана. Заткнет в Инстаграм приятный бонус.
Представляю вам новый уютный отель «Форест». Чистый воздух, великолепный вид из окна, 5 минут до моря, бесплатный шезлонг. Здесь вот дальше часть уцелевшего пляжа. Остались. Ну, конечно, мусору и волны. Волны, люди все равно развлекаются. Песочный пляж, ребята, песочный. Теперь я буду говорить в Новомихайловском пляж смешанный, галечно-песочный. Грязное море. Меня замочило. Какие волны. Море все еще буянит. Не хочет сдавать свои позиции. Какая волна. Мне кажется, следующая еще больше. О, сейчас это вообще огроменная. О! Такого приятного отдыха, ребята. Ну ничего, где наша не пропадала, да? Горы мусора, я так думаю, за 2-3 дня, еще раз повторюсь, все ликвидируют. Написал на синем небе, я тебя люблю. Белым дымом быстрый самолет достать. Очень веселый, кстати, у нас ведущий на пляже. Поздравить с днем рождения девушку свою. А как это сделаешь, пилот? Ох, мы решили тоже поучаствовать в этом безумстве, раздулись. Ой, ну красиво все равно. Бесстрашные наши люди. Так, в общем, война войной, обед по расписанию. И мы решили перекусить немножко. Зашли в Золотую Корону. Очень уютно, очень классное заведение. Слава богу, не очень пострадало. Это находится прямо на пляж выходит. Эти цветочки, ну так как играет музыка, дальнейшее видео я вам потом, конечно, наложу другую музыку. Да, по крошечке. Сейчас покажу цены. Мы решили взять по крошечке. Типа обед, завтрак у нас все вместе. Каша рисовая. 300 грамм 100 рублей. Слышь, что? Яичница 2 штуки 100 рублей. Цены довольно-таки 100, 150, 160.
Что еще? Салат греческий 280, руккола с креветками. Но мы не будем изощряться. Мы возьмем окрошечку. Нам принесли окрошку. Очень жиденькая окрошка. Жиденькая? Приборы. Сейчас мы попробуем окрошку и скажем, что это есть окрошка в золотой короне. Здесь, кстати, это самый популярный более-менее ресторан на набережной. Вот такое жаркое. Нам принесли жаркое по-кавказски, да? По-кавказски. Здесь и мяско, и баклажанчики, и перец красный, помидорки, картошка. Очень вкусно, да. Мы попробовали, очень понравилось. Еще раз хозяин угостил вот такой-то грузинская приправа. Грузинская вот такой. Арсен. Лично от Арсена. Обед нам обошелся. Две окрошки. А, вот это вот сковородка. Картошка по-кавказски с мясом. 1260 рублей. И два бокала пива. Вот так. Обычный обед. Но мы с вами сейчас прогуляемся до пляжа Приморка. Посмотрим, здесь тоже, смотрю, целые грибки стоят. Видимо, где-то шторм сильно захватил вот там в начале пляжа. Где-то не очень. Здесь вот тоже намыло. Но главное, не разрушено ведь. Половина грибков поломала. Некоторые еще стоят. В общем, все в порядке. Море еще буквально сегодня-завтра вот так вот побуянит немножко, я думаю, и успокоится. Идем по пляжу. Народу, ребята, не убавилось. Ни в связи с непогодой, ни в связи с ПЦР-тестами. В общем, езжайте, люди как-то выкручиваются, выходят из ситуации. На катамаране, сейчас не покататься, такие волны. Ну, более-менее приходит все в себя, в саму. Вот так вот свернула, конечно, кабинки для переодеваний. Представляете, что здесь вчера было? Но все приводят в порядок, еще раз говорю, не переживайте. У кого куплены билеты, выезжайте. Все равно приглашают на морские прогулки. Температура 27 градусов на улице. Ну, в общем, вот прогулялись, сделали обзорчик по пляжу. Последствия шторма устраняются. Так оперативно? Да, оперативно. Никаких таких больших, сильных разрушений по сравнению с Лермонтова нам не принес этот ураган, или, как сказать, непогода это. Так что без паники. Все, кто собирался, продолжаем собираться и едем на юг, на Черное море. Краснодарский край, Туапсинский район. Ну все. Все, пока. Да, Новомихайловский Вова добавляет. Так что, и на старуху бывает проруха. И в Москве был ураган, да, тоже такое все посносило. И даже мальчик погиб. Так что, знаете, знать бы, где упадешь, там соломки подстелил бы. Как мы здесь выходить будем? Мы идем по базе НЭФС. И там, походу, закрыто что-то. Нас выпустят там или нет?
прошлый раз. Вот. Ну, в общем, подписывайтесь на мой канал. Всех вас люблю. Буду стараться срочные новости осветить вам побыстрее. Какие-то новшества. Вчера затопление в Сочи. Да, видели. Да, да, все видели, что в Сочи было похуже, что в Лермонтово было ужасно. Дорога там сейчас перекрыта. Не знаю, как быстро. Да, Новомихайловке. Нашими молитвами, видимо, повезло больше. Ну, в общем, я с вами надолго не прощаюсь. Пока-пока, у меня еще остался один видос с туда, куда мы ездили на экскурсию «Кавказ». Так что ждите, там тоже очень веселый концерт. Танцуют молодые парни, лезгинку. Все, люблю вас всех. Не переживайте, на юге все восстанавливается.